заканчивается разминка предпоследней группы участниц, четвертой группы. Ну, здесь уже фигуристки более высокого класса. Здесь наша Елена Соколова, здесь итальянка Каролина Костер, здесь же Сара Майер из Швейцарии, канадка Мира Леонг, японка Йоши Онда. Ну, а открывать выступление в этой разминке будет финская фигуристка Кира Корпи. Вот в таком порядке будут выходить на лед участницы из этой разминки. Ну что ж, Кира Корпи, бронзовая призерка чемпионата Финляндии. Вы видите, все-таки там есть немало лайков фигуристов, хотя вот не самый счастливый. Надо сказать, что Кира Корпи одна из самых молодых участниц, и вот она на ваших экранах, ей всего 16 лет, и в этом году на чемпионате Европы она выступила так же удачно, как Елена Китмишина. Елена была пятой, а Кира Корпи шестой. Но вот на Олимпиаде у нее не сложилось, что называется, она заняла лишь 16 место. Очень хорошая девушка, вот все у нее есть для того, чтобы стать сильной фигуристкой. Уже и сейчас она создает тон и уверенность в себе, и нужный в необходимый момент расслабленность. Порой, правда, перерасслабленность, вот что у нее произошло как раз в квалификации. Ну, давайте об этом я скажу после. Ну, она, во-вторых, очень симпатичная девушка, и не случайно к ней такое внимание, вот я смотрю здесь. Ее очень много показывает по телевидению, интервью там все время пытаются у нее взять. Знаете, судьи это не часто. Ну, судьи это не учитывают, это понятно. Но у нее есть достоинство как у фигуристки. Что я надеюсь, сейчас она продемонстрирует в каскаде 3-3. Есть! Тройной, два тройных тулупа в каскаде. Thank you.
потому что подбор музыки привлекает композицию по уровню, наличию, которые есть такие строки. Я беспокоюсь, если ты сейчас занимаешься, наверное, когда Андуки рекорпится, вот здесь сложно заниматься, смотреть на нее. Увы, у нее сегодня случилось то же самое, что произошло в квалификации. Первый раз в своей жизни квалификация попрыгала доска 3-3. После этого она еще исполнила комбинацию 3-2-2. И вот, видимо, после этого счастье переполнено, расслабилась, сорвала два тайных прыжка. И вот здесь вы видим нечто похожее. Она настроилась, она вложилась в вот этот каскад. И после этого, ну, нас либо она тоже настроилась, чуть-чуть не получилось на выезде. И вот еще показательный момент был. Потом она как сделала очень сложное комбинированное вращение. Видимо, поняла уже, что вот я его сделал, все хорошо. Ну, конечно, вращение не прыжок, но тем не менее надо его выполнить. И не сделала выезд из вращения раньше времени. Забыла просто про него, вывалился из этого вращения. Вот немножко завалился наружный ребро на приземлении. Не скрывает она свои досады. Ну что ж, действительно, вот она, по-моему, первая мы видели комбинацию из двух тройных, каскад из двух тройных прыжков удачной. Елена Петеновичвили, да. А, и Федо, да. Еще у меня был каскад тройных лиц. Да, был Петеновичвили. А вот эта ошибка, вот посмотрите, это крутило, сложно. И здесь раз, и клюкнулось. Но нам не показали, а там, в общем, вышла она. Не лучше ногу поставила, да, зубец. И застопорилось на вращение, а должно быть движение слинки, должно быть везде выяснить. Ребер должно быть, зубцов должно быть как можно меньше. Тем не менее, молодец, конечно. И вот нам тоже, о чем хотел сказать, с иронией она к себе относится, опять же, да вот как же так, чуть-чуть, вот был прыжок, когда у тебя есть в руках, и ты, это тоже везде есть, вот, опять же, в любом виде спорта говорят, что человек, допустим, что на футбол, самый, может быть, привычный у них для российских болельщиков, человек уже забивает голову, ведь опять же, ворота, остановить там не успевает, вот так же здесь, все, она уже прыгнула, уже как-то понимала, уже все, шла исполнять другой элемент, а выехать чуть-чуть забыла, но тем не менее, молодец, очень неплохо. Ну, сейчас интересно, по сумме она на свою подругу по сборной Финляндии опережает. Да, опережает и более чем на балл, а если быть точным, на 1,3 балла. Хотя Киру Корпи в короткой программе ставят на третье место. По-прежнему лучше летать в короткой программе у Елены и Диванишвили. Но, тем не менее, Кира Корпи по сумме квалификации и короткой программы становится лидером. Ну а сейчас на льду появляется